Сделать продукт более доступным. Сегодня городские власти рассматривают варианты местного производства рыбы. В настоящее время на территории области добывается свыше 2000 тонн рыбы. И именно эта продукция должна стать основной на рынке Вологды. Подробности смотрите далее. Есть и рыба, выловленная в озере, и привозная скумбрия, сельдь, мойва. Более 100 различных наименований. Основа всего производства – ручной труд, от торговли до упаковки. Каждый месяц здесь производится до 30 тонн различной продукции. Для холодного, горячего копчения используют и современное оборудование. Коптилки, камеры вялки – все автоматизировано. Как рыба сушится, подогрев, вентиляция контролирует компьютер. Средний лещ. Он немножко поменьше размером. Эту коробочку. И лещ мелкий. Перед продажей рыбу фасуют по размеру, тоже вручную. Сегодня на заводе постоянно трудятся 20 человек, но предприятие загружено не полностью. Цены на производственное сырье заметно выросли, и это мешает развитию. Переориентироваться на местную рыбу из вологодских рек и озер сейчас главная задача. Количество хотелось бы увеличивать за счет того, чтобы рыбы больше поступало еще от других рыбаков. То есть мы можем перерабатывать. Есть возможности увеличения производства, то есть возможности увеличения штата работников. То есть, как вы видели, территория предприятия большая, и объемы производить мы можем намного больше. Рост производства, увеличение конкуренции – это возможность регулировать растущие цены на рыбную продукцию. Сейчас на территории области добывается свыше 2000 тонн рыбы, и именно она должна попадать на стол вологжан, причем по самым доступным ценам. В этом готовы помочь городские власти. Сейчас вопрос встает об увеличении объемов, и, конечно же, основной объем продаж идет через торговые сети, в том числе федеральные торговые сети. И вот помочь предприятию наладить взаимодействие с этими сетями, вот это одно из возможных направлений сотрудничества. Необходимы предприятию и средства на развитие. Здесь главный ориентир на различные программы по поддержке предпринимательства. Специалисты готовы проконсультировать. На сегодняшний день очень много программ на федеральном уровне, на уровне региона проводится, на уровне города, которые позволяют участвовать малым и средним предприятиям в различных грантах, в стартапах, в получении дополнительных каких-то субсидий. Как раз помочь предприятиям найти возможности для развития в новых экономических условиях – это сегодня задача городских властей. Они оказывают всестороннюю поддержку представителям предпринимательского и промышленного сектора, которые составляют основу инвестиционной базы Вологды. Такие выезды продолжатся и дальше, чтобы совместными усилиями решить возникающие проблемы и обеспечить стабильное развитие экономики. Юлия Савинцева, Максим Тышковец, Вологда-Портал.